Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами, как всегда, сигарет нет, и в сегодняшнем ролике я постараюсь ответить на все самые часто задаваемые вопросы о вейпинге. Погнали! Сначала я отвечу на вопрос, который чаще всего вижу под комментариями на YouTube. Это какую жидкость можно заправлять в подсистемы? Итак, слушайте, в подсистемы нужно заправлять жидкость, в которой глицерина не более 60%, то есть 60 на 40, 50 на 50 и так далее. И да, в подсистему можно заправлять как жидкость на солевом никотине, так и на обычном никотине, так и безникотиновую жидкость. Главное, чтобы глицерина была не более 60%. Кстати, не забывайте оставлять лайки, комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и... подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки на них будут под видео в описании. Что такое вейп? Вейп – это устройство, которое создает пар посредством нагрева специальной жидкости, которая состоит из глицерина, пропиленгликоля, ароматизатора и никотина в некоторых случаях. Кто такой вейпер? Вейпер – это человек, который парит электронные сигареты. Они могут быть совершенно разные, будь то вот такая большая бандура, как у меня, или маленькая одноразовая сигарета. Человек, который это парит, и называется вейпером. Где можно парить? Парить можно у себя дома, в автомобиле и в местах, которые отведены под курение сигарет. В остальных других местах общего пользования парить запрещено. Можно ли бросить курить при помощи вейпа? Да, можно, но ни в коем случае нельзя забывать о том, что одного вейпа будет недостаточно. Придется приложить и немножко усилий. Из чего состоит вейп? Электронная сигарета состоит из батарейного блока и атомайзера, то есть верхней части, которая создает пар. Виды электронных сигарет. Электронные сигареты делятся на несколько типов. Подсистемы – это очень маленькие электронные сигареты, которые заменяют человеку обычную сигарету. Есть одноразовые электронные сигареты, которые вы приобретаете, парите и выбрасываете. Есть большие бокс-моды, которые отдельно состоят из нижней части устройства, то есть аккумуляторной части, и атомайзера – это верхней части девайса, которая и создает пар. Они бывают разные. Бывают, как у меня, бак, в который заправили жидкость и парите. Бывают небольшие дрипки, в которые вы заправляете каждый раз, когда хотите попарить. И все. В принципе, это три основных вида электронных сигарет. Ну, еще есть механические моды, в которых нет никакой электроники и которые работают исключительно от нажатия на кнопку. Какая электронная сигарета лучше? На этот вопрос вам никто не даст ответа, поскольку сколько людей, столько и мнений. Поэтому каждый волен выбирать для себя то, что для него будет лучшим. Для меня это сигаретный бачок и бокс-мод на два аккумулятора. Что такое сигаретная и свободная затяжка? В мире вейпинга есть два типа затяжек. Это сигаретная, которая очень сильно приближена к настоящей сигарете, она довольно тугая и создает мало пара. И есть свободная или кальянная затяжка. Это очень свободная затяжка, которая делается в полные легкие и создает очень большие облака. Опять же, для себя вы можете подобрать любую затяжку. Мне очень сильно нравится МТЛ, поскольку она не создает много пара, она мне не мешает и не заполняет комнату паром, и я насыщаюсь никотином в той мере, в которой мне нужно. Как зарядить вейп? Если в вашем устройстве аккумуляторы съемные, то я рекомендую приобрести отдельное зарядное устройство и в нем заряжать свои аккумуляторы. А если же у вас устройство со встроенными аккумуляторами, то лучше прочитайте инструкцию и заряжайте с той силой тока, которая там указана. Что такое намотка? Намотка – это та часть вейпа, которая испаряет жидкость и превращает ее в пар. Намотки бывают нескольких типов. Самые распространенные – это проволока, которая намотана в спираль, либо же сетка, внутри которой находится либо хлопок, либо другой элемент, в который может впитываться жидкость. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.